Добрый день! Все мы привыкли пользоваться банковскими картами. Например, если я хочу кофе, то мне проще всего расплатиться за него именно так. Спасибо. Это дело всего нескольких секунд. Но задумывались ли вы, что успевает произойти за это время? Сигнал о платеже приходит в банк, с которым у кафе заключен договор. Ему, в свою очередь, нужно связаться с банком, где открыт мой счет, через платежную систему, у которой свой операционный центр. Кажется, где-то в Миссури. Или нет? В Англии. Или в Пекине. То есть в Токио. Да, в Токио. Короче, где-то за границей. А что, если сигналы могут помешать? Эй! Так, стоп! А что, если бы все было по-другому? Сигнал о платеже приходит в банк, с которым у кафе заключен договор, он называется Эквайр, тот отправляет запрос в НСПК. Потом оттуда сигнал идет в банк, где находится мой счет, банк-эмитент, который проверяет мой счет и дает разрешение на операцию. И все, можно пить кофе. И так происходит со всеми внутрироссийскими безналичными платежами. Они больше не бегают по планете, как угорелые, и ничто не может стать для них преградой. Вместо этого работает национальная система платежных карт. Это не только важный показатель уровня развития экономики нашей страны, но и безопасность и бесперебойность безналичных операций. И, конечно, выпущены банковские карты МИР.